В селе Шигырдан Батыревского района чествовали татарские супружеские пары, которые вместе уже более полувека. Праздник, связывающий поколения, духовное управление мусульман Чувашии проводит уже 5-й год. Равиль и Мариам Галеевы приехали на праздник из Комсомольского района. Они встретились еще в школе. Он учился в 7-м классе, она в 6-м. Дружба переросла в любовь. Вместе они уже 60 лет. В браке воспитали 5 детей. Сейчас они уже бабушка и дедушка 9 внуков и 6 правнуков. Говорят, что основа счастливой семейной жизни – взаимоуважение. Я секрета даже не знаю. Никакого секрета. Мы жили, как живем, так и живем. Просто в согласии должно быть. Главное – согласие. Терпение. Основное – с одной женщины, со стороны женщины. Я думаю, так. На этот раз чествовали 20 супружеских пар. Причем не только с Батыревского, но и с соседних районов. На сцену под аплодисменты 400 зрителей поднялась и 90-летняя вдова Сагдатбана Азмукова. Она одна вырастила 6 детей. Организаторы праздника отмечают, для молодых пар это пример стойкости и настоящего мужества. Ильнас и Резиля Валеевы поженились в прошлом году. Для них примером служат родители. Мы очень гордимся родителями. Они за то, что дали нам такое воспитание. И тоже надеемся, что проживем, как они, долгую и счастливую жизнь совместно. В этом году в Батыревском районе почти 120 супружеских пар отмечают золотые, изумрудные, бриллиантовые и железные годовщины со дня свадьбы. Местная администрация уже наградила 38 из них. Остальных будут чествовать на районных праздниках летом и осенью. Анжелика Артемьева, Михаил Солин. Вести. Чувашия.